Самое интересное, если даже ничего не происходит с нефтью, то бензин всегда и постоянно дорожает. Получается, бензин самый целеустремленный, невзирая на условности. Будь как бензин, мой друг. Слушайся в мои слова. Вот смотри, нефть дешевеет, но бензин дорожает. Нефть дорожает. И знаешь, бензин тоже дорожает. И что с... Че, где тут паника? Никакой паники. Все спокойно. Продукты питания лежат на полках. Полным-полно. Народ, не паникуйте. Нормально все. Главное мыть руки перед едой. И в носу не ковыряться. Панику не сейте. Будьте здоровы. Здорово своего любимца на балансировку. Много для подписчиков моего инстаграма заснимем, что есть моменты с продуктами, опустошается потихонечку прилавки, но паники особой нету. Особой нету паники. Вот. Короче, в принципе, продукты все в наличии есть. Не в том количестве, как обычно, но прожить можно. Так что не паникуйте. Вот овощи свежие. Васька, ну смотри, с мясом напряженка. С мясом напряженка. Все есть, в принципе, полуфабрикатов куча, ну как бы это вредная еда, ее мало кто ест. С мясом вот напряженка, мяса мало. Что тут? Консерв куча. Воды. Кажется, просто паника. Яйца есть, молоко есть, соки есть. Люди кричат, такое в магазин. Тут вот туалетной бумаги нет. Обосрались все, блядь. Вот здесь были рыльно-мыльные. Вообще пустые. Вообще пустые. Памперсы. Вот такой вот дом на колесах. Можно жить везде. Как говорится, без прописки можно жить в любом месте.